по 5, меняемся местами. Выше, выше среднего подброс, чтобы дать возможность отбежать. А, выше среднего. Придется падать. Леш, Леш, Леш. Выше среднего подброса. А вот это сейчас. Да, вот такой подброс. А, выше. А, я думал, ему на карту подброс имеется. Себе. Это очень низко, Леш. Смотрите. Еще выше. Смотрите, нет. Еще выше. В середину не попадаем, Илья. Смотрите. Мы должны по максимуму сейчас смоделировать игровую ситуацию. Вы друг другу какие в основном передачи делаете? Вот делайте такой подброс. Соответственно, у вас будет время соответствовать то, которое идет передача, и то, которое вы будете отбегать в блок. А когда вы делаете вот такой вот подброс, вы не даете просто времени на отбегание блоки. Вот, и у вас не игровая ситуация получается, а какая-то другая. Подстава. Не спиной, в середину не попадаем, давайте. Вы только что делали короткий накат, делайте хотя бы короткий накат. Я пытаюсь длинный сделать. Длинный сделать длиннее. Пусть ваут улетит, ничего страшного. Вот, вот, молодец. На своей стороне оставлю. Раньше отбегание, Паша. Как только ты увидел подброс, сейчас отбегай. Не-не-не, у сетки мы стоим. Так, давай. Еще раз. Так, пять раз было, смена. Не-не, по ветру нападаем. По ветру нападаем. Повыше подброс, да, сразу отбегаем. Пусть от сетки, от сетки. Ну, подбросим, вот так, перемен. Серьезно, перемен.